тем, кто не раздражается, когда по телевизору объявляют рекламную паузу, следовало присутствовать на главном фестивале рекламы «Каннские львы», а также на конкурсе отечественной рекламы «Львенок-2010». Ну что ж, я объявляю рекламу. Молдавская реклама. Очень много интересного было. И мне нравится то, что в нашей стране именно вот эта область, она развивается. Мне многие понравились, скажу. А какую-то одну отметить можешь? Ты знаешь, мне очень нравятся рекламы акварели. Они всегда яркие и очень-очень такие завораживающие. Есть интересные, достаточно креативные работы, так что да. У нас классные рекламы в последнее время снимают. Например, Валера, Валера, у не Валера. Молдинкомбанка с собакой, где предоставление кредита. Эти жалкие, жалостливые глаза собаки очень хорошо отпечатываются. Эй, а может нам кредит взять? На 20 лет же. Отличные условия. Запомнилась красота, картинка, идея сама? Или ты бы после этого, после просмотра рекламы, пошла бы и купила бы этот продукт? Или нет. По-моему, там была речь о кредите, мне кредит не нужен. Но исполнение было шикарное, очень красивое, очень нежное. В общем, я была в восторге. Мне понравилось исполнение, идея и актерская игра. Достаточно убедительная реклама, я с этим согласна. Какая убедительная, наша или зарубежная? Все-таки зарубежная, она более развитая, и это чувствуется. Наша реклама от зарубежной? Наша реклама более навороченная. У нас больше думают о деталях, у нас смысл теряется в деталях. Юмором, дерзкостью и немножко профессионализмом. Думаю, у нас все-таки вольности не хватает. А теперь узнаем о рекламных предпочтениях зрителей. Социальная реклама с застегивать ремни в машинах, с ребятами, которые едут назад, а страховое агентство страхует только женщин. Не буду ссылаться, наверное, на какие-то более там красивые, веселые. Меня поразила реклама, если можно так сказать, о проблеме педофилии, да? То есть, когда маленький мальчик говорит женским голосом о том, что ты делаешь, то есть это, на мой взгляд, проблема сегодняшнего дня. Драма «Квин» с девочкой, которая сказала: «Это не моя мамочка». Голосование за самый успешный отечественный ролик в конкурсе «Львенок-2010» определился победитель, а именно компания Inside Advertising, которая получила гран-при за ролик «Prefer».